2 сентября на стадионе «Юность» в Амурске состоялся ежегодный забег памяти жертв трагедии в Беслане. Более подробно смотрите далее. Это мероприятие организовала спортивная школа города Амурска. В нем приняли участие воспитанники школы, желающие почтить память погибших и выразить свою солидарность с теми, кто пережил эту страшную трагедию. Забег стал символом единства и непринятия терроризма. В этот день люди объединились не только для спортивных состязаний, но и для того, чтобы отдать дань памяти погибшим детям и взрослым. Это мероприятие у нас посвящается погибшим детям Беслана. Оно проводится у нас уже 5-й год. Участвуют спортсмены детской спортивной школы, вот, всех групп, всех независимо от кого. И пловцы, футболисты, волейболисты, все полностью боксеры, борцы. Все группы нашей школы. В рамках мероприятия проводятся беседы, работают тренеры-преподаватели, рассказывают историю, рассказывают про наших патриотов, которые у нас наши местные, и вообще которые участвовали и в Великой Отечественной войне, и сейчас вот СВО. Все это работают с детьми во время тренировок, беседы проводят, обучают, вернее, рассказывают, как это все происходило, и воспитывают патриотизм в детях, чтобы они помнили, чтили. Все участники почтили память жертв Беслана. Важно подчеркнуть, что этот забег – это не просто спортивное мероприятие. Это возможность вспомнить о жертвах, выразить соболезнования их родным и близким, а также задуматься о том, как мы можем сделать этот мир безопаснее. Это возможность напомнить, что мы, как общество, не должны забывать о тех, кто погиб, и должны продолжать бороться за мир и безопасность в нашей стране. Евгения Дудко, Екатерина Сметанина, Иван Манойленко, Евгения Кириенко, телеканал «Амурск».